Давайте просто какой-то минус включу. Рэп минус. Есть какие-то? Бля, только что же качество нормальное было. Что-то хуйня произошла. Раз-два, раз-два. Мафака холми, проверка 3-2 раз. Вот такая вот хуйня. Мама, не ругайся. Дома буду 8. Мама, не ругайся. В холодильнике сырочек. Получила я четверку. Математичка бесит. Помоги домашки, пэжа-пэжа. Помоги домашки, пэжа-пэжа. Помоги домашки, пэжа-пэжа. Помоги домашки. По алгебре задали контрольную. Во-во-во. Вот так вот создаются хиты, ребят. Ну, ничего страшного. Да. Вот такие вот варианты. Не, на самом деле, если думать чего-то прикольного, можно и сочинить что-то прикольное, понимаете? Это же все делается не на трезвую голову, как говорится. Не, на самом деле говорю. Покажите мне хоть одного кента, который на трезвую голову пиздато записал, блядь. Exile? Кто сказал, что это пиздато?